Доброе утро. Лёня и Персик очень проголодались. Они пищат. Я им убрала тут клетки. Опять нужно делать, приклеить на скотч эту кормушку. В общем, сейчас посмотрим, как они будут реагировать на еду. Я им принесла. Вот слышите, они слышат, что я им принесла. Хотите, да? О, как хотят еды. Так. Кушают. Не очень им что-то. Морковка. Так. Сына мы заготовили на зиму, когда косили газоны. Но это не все. Я им принесла еще. Сейчас посмотрим реакцию. Услышат запах или нет? Все, и вторая тоже сынка все это увидела. Это зарядку мы делаем. Что происходит? Морские свинки после завтрака. Ну, что за безобразие? Лежат, позавтракали.